Спасибо ребятам, что сегодня организованно сыграли. До удаления почти ничего не дали Нижнему. По моментам хочу их поздравить всех, клуб поздравить. Что касается игры, еще раз повторю, что до удаления была более качественная игра. Потом стали не дорабатывать чуть-чуть, не добегать, чуть-чуть успокоились, и игра могла качнуться в любую сторону. Антон Буялов, «Мире спорта». Заур, с победой, тоже присоединяюсь к словам. Линию обороны, своей линии обороны довольны? Вот если можно, характеризуйте действия. Ну, мы уже второй гол пропускаем со стандартом. В принципе, еще раз повторюсь, что у нас сейчас выбора нет, но мы очень довольны, что Стас Макеев подходит, Антон Миранчук, команду должен. Это нам очень поможет. То, что касается обороны, ну, сложно сказать, да, были подходы у Нижнего. Гиля неплохо сыграл несколько моментов, а так, я думаю, что мы владели преимуществом. Эту игру надо было доводить до конца, забивать третий гол. Мы начали торопиться, чуть-чуть в индивидуально сбились. А так, еще раз повторюсь, что более качественная игра сегодня была. Тигран Арутюнян, «Спорт-24». Такой вопрос насчет Максима Петрова. Он сегодня неожиданно для многих вышел на позиции центрального нападающего. Хотел узнать, почему вообще такое решение приняли и как пришла идея такая? Ну, у нас, как вы знаете, Ян пропускал игру из-за дисквалификации. Мы две тренировки провели, посмотрели на Макса и решили такой состав поставить. Еще вы сказали вот сами про Стаса и про Антона Миранчука. Сегодня они приехали на матч. Хочется знать, когда уже выйдут на поле. Есть понимание? Спасибо. Ну, они уже где-то 3-4 тренировки в общей группе. Мы хотим сейчас перед игрой с «Зенитом» еще провести такую двухстороннюю, чтобы они там почувствовали. Они уже готовы, я думаю. Может, не с «Зенитом», но вот с «Краснодаром» уже будут готовы. Владислав Шашлов, «Росфото». Скажите, Заур, в связи с чем связана замена Тины Едваева была? Это подготовка к матчу с «Зенитом», дабы избежать его дисквалификации, или это травма? Не, ни в коем случае. Конечно, это по травме. Он чуть-чуть заднюю поверхность дернул, мы подстраховались. Не так критично, но мы, чтобы его к следующей игре он был готов, мы его заменили.